Здравствуйте, меня зовут Никита Кондратов, и это программа «Дайте жалобную книгу». Сегодня мы поговорим о том, что могло послужить причиной многолетнего конфликта между близкими родственниками, и расскажем историю двух непримиримых семей в селе Ержово. В редакцию программы обратилась жительница Слободзеи Евдокия Костина. Уже 4 года ее родное жилье не отапливается. Причина холодных батарей в доме – соседи, утверждает женщина. По ее словам, жильцы из соседнего строения самовольно разрушили котельную, которая находилась на границе двух участков. Тем самым они лишили женщину не только тепла, но и нескольких квадратных метров земли. Ситуация осложняется тем, что женщине приходится бороться за тепло не просто с соседями, они ее близкие родственники. Подробности в нашем сюжете. С чего начинается родина? На этот риторический вопрос у Евдокии Костиной свой ответ. Не с картинки букварей, даже не с хороших товарищей, а с родного забора. Мы там родились, во Варемянке. Там жилого дома еще не было построено. Потом мама, поскольку работала в колхозе, обратилась в колхоз, ей выделили земельный участок 25 соток. Есть протокол, есть документ на это. И мы построились. Первый наш дом построен в 55-56 году. Когда-то здесь жили большой дружной семьей. Бабушка с дедушкой Евдокии Костиной, их дочь, ее мать и сын родной дядя Евдокии Игнатьевны. Она вспоминает, тогда никто не делил имущество на ваше или наше, все было общим. Родственники даже не отгораживались друг от друга забором. Жили, так сказать, на общей территории. Поскольку там наши родственники были, дедушка с бабушкой жили, дядя с тетей, как-то мы, знаете, не считали такой необходимости, чтобы надо отгородиться от них, потому что мы все время общались. Евдокия Игнатьевна утверждает, все изменилось после смерти ее матери и родного дяди. Вскоре в семье дяди сыграли свадьбу. Новый родственник отнесся настороженно и к соседям, и к отсутствию границ участков. Когда пришел этот товарищ Топал, он сюда пришел где-то в 97-98 году. Вот. И я смотрю, очень косо на меня стал смотреть. Ему все не нравилось, что я хожу к ним. Да, общаясь с его тещей. Значит, что касается забора, она держала и козы, птицу там, и всякие жирности, и они все бегали ко мне. И я просто взяла к углу дома, протянула такую сеточку, чтобы они не выбегали на моей. Он решил, что это межа. В итоге временная ограда высотой не больше метра стала основой глухого забора на границе двух участков. Однако камнем преткновения в отношениях между соседями стало не новое ограждение. Все пустые ящики тару разложил полностью под стенкой моего дома, а там у меня окно с кухни выходит как бы к ним во двор. Я, значит, выхожу, смотрю, темно. Я подошла к нему и сказала: «Федор Николаевич, я говорю, что вы мне обложили ящиком? Вы уберите, потому что у меня темно, я ничего не вижу». А он, знаете, ко мне очень грубо отнесся. Он говорит: «Мой двор, что хочу, то и делай, куда хочу, туда и ложу». Ну, я говорю, если так, тогда, говорю, мне придется обращаться, говорю, в органах. И мне действительно пришлось обратиться в пожарную инспекцию. Приходили, у меня есть ответ, что да, действительно подтвердились эти факты, его заставили убрать. Ну, в общем, с тех пор он начал на меня как бы мстить мне, знаете, что вот что за родственница, что она жалуется. Позже сосед взялся цементировать двор, в связи с чем поднял его уровень на полметра, вспоминает Евдокия Костина. Сделал вот такой уклон, и за домом где-то на полметра, вот полметра до этого бетона, образовалась канава на всю длину дома. И после этих дождей, после снега, все стекается под дом. Евдокия Игнатьевна рассказывает, несмотря на конфликт, добрососедские отношения можно было сохранить, если бы новый сосед не отрезал ее от общей семьи, причем в буквальном смысле. У меня была трасса, построена родителями 1,5 метра с тыльной стороны дома. Наш люк был там. Вода была проведена моими родителями, предками на два дома. Вот как пришел этот новый хозяин, он, значит, лишил меня полностью воды, отрезал все эти шланги. Я была вынуждена сделать новую резку от центральной трассы и сделать себе воду во дворе. Водопроводную трубу, вспоминает Евдокия Игнатьевна, пришлось прокладывать через дом, а для этого сверлить не одну стену. Работы можно было провести гораздо быстрее и избежать разрушений, но тогда потребовалось бы зайти на соседскую территорию. Однако новый хозяин сказал, как отрезал. Вся земля от задней стены 63-го дома – его собственность, а значит, вход на его участок посторонним строго воспрещен.
Евдокия Костина вспоминает, из-за соседа она осталась без воды на полгода. Все это время женщина копила деньги на собственный водопровод. Каково было ее удивление, когда зимой 2010-го она осталась еще и без отопления. И он нанял трех своих друзей, трех своих работников и начал бить. Это было где-то около 11 часов дня или утра. Я подхожу туда уже к ним, поскольку там была калиточка. Я говорю, что вы делаете, что вы позволяете? А он говорит, мол, ты же дала согласие. Представляете, я дала согласие. Говорю, какое согласие, где согласие? Я, значит, звоню в милицию. Это было где-то в 11 часов. И заявляю, даю заявку, пришлите мне, пожалуйста, участкового, потому что мне, говорю, ломает мое строение. Ну, что вы думаете, пришел участковый, Мараль, Денис. Поздоровался с ним, потому что они работали в одной организации. И все, не принял никаких мер. И он мне говорит в глаза, это, говорит, с вашего согласия. Сам участковый говорит мне, что это с моего согласия. По словам Евдокии Костиной, небольшая пристройка действительно располагалась на соседнем участке. Проект котельной согласовали с администрацией Слободеи. Причем родственники дали расписку о том, что они не против такого строительства. Когда Евдокия Игнатьевна проводила газ домой, значит, этот дымоход был в проекте. Он был в проекте, он занесен в проект, и дали разрешение на подключение. То есть каких-либо притязаний тогда на тот период не было. Безусловно, да. Казалось, все нормально было. Но в последнее время на фоне этих неприязных отношений, значит, стал мешать и дымоход, и то, хотя... Сегодня Евдокия Костина живет у дочери. В ее собственном доме уже третий год нет ни газа, ни тепла. Все это время она пытается восстановить газоснабжение. По ее словам, в поисках справедливости и помощи она уже не раз обращалась в госадминистрацию, прокуратуру и государственную службу надзора. Выездная комиссия постановила, для возобновления подачи газа необходимо отремонтировать дымоход 63-го дома. Соседи же настаивают, дымоход нужно снести, так как он в аварийном состоянии. Мэр региона ссылается, что он может дымоход упасть и так далее, и так далее. Ну, неоднократно были и комиссионные выезды, и это самое. Реальная опасность, что он упадет, там свалится. При, может так, периодическом ремонте там никакой угрозы никому не несет. Дали ему предписание, мне предписание дали устранить, а ему дали предписание, вернее, Костиной, уже хозяйке, дали предписание о том, чтобы она не препятствовала мне допуску к своему дому для того, чтобы провести ремонт дома и ремонт дымохода. Ну и не пускает, до сих пор не пускает. Была еще одна комиссия. Была с представителем администрации президента, начальник управления была там, с прокуратуры были, с места, с госадминистрации. И ему говорят, товарищ, ты не имеешь права не допустить хозяйку к своему дому. А он, вы знаете, как он ответил, а я не хочу и не буду. И все, он не выполняет, понимаете, он не подчиняется никаким законам. Законной владелицей 61-го дома по улице Котовского является Мария Костина, теща Федора Топава. Довольно долго, вспоминает Евдокия Игнатьевна, родственница старалась не вмешиваться в соседский конфликт, но потом все-таки приняла сторону зятя. Сегодня Слободейский районный суд рассматривает иск Марии Костиной против Евдокии Костиной с требованием снести дымоход 63-го дома, а также запретить Евдокии Костиной препятствовать пользованию земельным участком по адресу Котовского, 61, его владельцам. Евдокия Игнатьевна направила встречный иск, где просит восстановить территориальную целостность своего участка. По ее словам, фактическая площадь ее земли 14 соток, вместо положенных 16,5. У Марии Георгиевны, несмотря на то, что в 2002 году было 21 сотка, так образно 0,21 га, значит, за этот период времени у нее земельный участок вырос почти до 23. Ну, то есть он увеличился. За счет того, что у смежников в конце огорода у них по правоустанавливающим было 7, по замерам, которые мы сейчас уже производили, оказалось чуть больше 6. То есть мы восстановили справедливость в части смежников в конце огорода. В части Евдокии Игнатьевны, если тоже уравнять, довести ей до 15, тоже нам пришлось бы часть у него
земельного участка взять. Но в любом случае у него, у Марии Георгиевны остается 22,1. То есть, опять же, выше, чем по правоставленным документам, чем им предоставлялось. Размеры 61 и 63 участков известны. Только никто до сих пор не знает, где должна находиться граница между ними. Официально граница не определена. Определены замеры земельных участков в отдельности с учетом их конфигурации. А как таковой границы, граница не проведена. Почему не проведена? Потому что на протяжении этих долгих лет между ними идет спор. Для того, чтобы определить границу, это нужно или добровольное решение, или судебное решение. По словам Евдокии Костиной, контрольный замер 63-го участка подтвердил, он меньше своей реальной площади на 0,02, в то время как соседский участок ровно на 0,02 больше. Они говорят, что у них по документам, по хозяйственной книге нашли, что у него 0,21 должна быть, а у него сейчас около 0,23. Когда я обратилась в администрацию президента, и чтобы истребовали с архива на них документы, на моего деда еще, на моего дядю, потому что он последний здесь жил, дядя, то у них вообще там не 21, а 14 соток. Ну, я говорю, ладно, пусть будет 21, но дайте мне, извините, за домом, чтобы я это могла пройти, делать ремонт. Владельцы дома по адресу Котовского, 61, уверены, межа на своем месте, и забор стоит там, где полагается. У нас межа не тронута, пожалуйста, можно проверить. Конечно, она прекрасно знает об этом. Таких домов, знаете, сколько таких домов по меже? Задняя стенка, очень много, это не единичный дом. Если бы один такой дом, таких домов очень много. И здесь, и в других селах. Ну, люди находят общий язык, понимаете, находят. Виктор Ворник отмечает, проблема не решится, пока соседи не договорятся друг с другом и не придут к общему знаменателю. Неоднократно проводились с Марией Георгиевной, там у нее представитель, ее зять. Вот. Мы говорили на различном уровне. Здесь на уровне были представители президента, это представители прокуратуры и республики, депутаты всех уровней, которые существуют, значит, мы проводили. Неоднократно мы проводили замеры, неоднократно проводили беседы, однако, сказать, что какой-то оптимальный вариант так и не удалось найти. И разрешить ситуацию до настоящего времени не получилось. И выхода, я откровенно говоря, здесь не вижу из этого положения. Если только не будет правильно добрая воля и какое-то сочувствие друг другу и нормальные человеческие отношения. Однако новый сосед Евдокии Костина не намерен искать компромисс. У него свой взгляд на проблему и на ее решение. В отношении ремонта, значит, трубы, которая находится в аварийном состоянии, значит, будет решение суда. То есть до решения суда вы ее не пустите? Нет, нет. А у нас был разговор по этому вопросу не один раз. Она каждый раз приходит, устраивает нам скандалы. У нас очень скандальный человек, вот она здесь. Со всеми соседями перевала, со всеми, понимаете? 4 года мы уже устали от этого. Договориться вы еще можете без суда? С кем? Значит, суд только... Мы поняли, что с этим человеком только через суд. Другого выхода у нас просто нет, понимаете? Мы уже устали. Остается надеяться, что решение суда все же положит конец войне между соседями и близкими родственниками. И уже проведенная по закону граница между их домами перестанет быть барьером. Сторона одно. Участники этой дуэли – бывший блюститель правопорядка и одинокая пенсионерка, отвоевывающая свое законное право на спокойную жизнь в собственном доме. В небольшом тихом селе Ержово Рыбницкого района между соседями разгорелась настоящая война. За конфликтом двух враждующих семей уже не первый год следит весь район. Несколько лет назад история соседской ссоры оказалась на развороте местной газеты, но освещение в прессе спорной ситуации не сдвинуло проблему с мертвой точки. Что же не поделили две семьи, живущие по соседству, и почему в течение нескольких лет они не нашли компромисс в данной ситуации, расскажет наш корреспондент. Наверное, трудно встретить человека, который не знаком с печальным сюжетом повести «Ромео и Джульетта». Вражда Монтеки и Капулетти привела к непоправимой трагедии.
Проблема враждующих семей актуальна и в наши дни. Например, в селе Ержово Рыбницкого района, как на поле боя, воюют соседи. В этой истории нет влюбленных, есть только злость, обида и непонимание двух непримиримых семей. Вот находится вот это окно, в которое форточку летело фекалий. А вот находится этот забор, который она сюда кидала. А форточка была открыта, и она прямо форточку сюда забросила. Это было в августе месяце. Вот он на огороде мне потравил всю траву, от его огород, вот мне всю траву потравил. Я обращалась, а свидетелей нету, он делает только стежка, когда нас дома нету. Так, вот он включает музыку, вот на этом окне, ставит вот так ровно магнитофон, музыка орет. Эта история началась еще в 2007 году. Тогда Владимир Слюсаренко открыл свой бизнес. Занялся ремонтом и изготовлением легковых прицепов. Оформил все документы, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Не учел одного – его мастерская находится рядом с чужим забором. Соседям новое занятие мужчины явно не пришлось ко двору. Стал он выпускать прицепы, делать прицепы. Тут воняет, краска воняет, гарь воняет, я стала болеть. У меня щитовидка больная, я хожу по врачам. У меня глаза уже слезятся, потому что это режет он металл, воняет. Когда приходит комиссия, он показывает комиссии, вот у меня есть там мастерская. Но однако он работает здесь, чем я могу доказать фотографиями. Работает тут, красит, металл режет, воняет, краска воняет, он нас травит. Бизнесмен утверждает, как только заработала новая мастерская и появились первые клиенты, соседи тут же начали обращаться во всевозможные инстанции. Но тогда специалисты в предпринимательской деятельности Владимира Слюсаренко нарушений не выявили. Она писала во все инстанции жалобы, с инстанцией, в электросеть, вот с администрацией. Везде приезжали по несколько раз. Никакие меры, все доказательства были за мной. К тому же Владимир Слюсаренко выиграл судебный спор, защитив свое доброе имя. Мужчина попросил взыскать с соседей компенсацию за моральный ущерб. По его словам, Валентина Боунегру систематически распространяет сведения, порочащие его честь и достоинство. 1 февраля 2007 года мы подали на суд Боунегру Валентину Николаевну. За вот эти все деяния, которые, ну, что все волокиты были по этим санстанциям, по всем. Когда было решение суда, выносилось в присутствии санстанции, налоговой инспекции и в присутствии госадминистрации. И когда дошло дело до вынесения приговора, я им предоставил, что какой я краской крашу. И они сказали, что никакие претензии к тебе, мы тебе не нужны, и ты можешь красить в любой день, в любое время. Ей дали моральный ущерб, 5000 рублей заплатить, и плюс расходы вот по судебной издержке. Ни решение суда, ни время не изменили отношения между враждующими семьями. О конфликте Слюсаренко и Боунегру узнала вся округа. Конфликт получил огласку даже в одной из приднестровских газет. Правда, имена в статье изменили, чтобы не накалять обстановку еще больше. Нам невозможно было выйти ни в огород, никак. Она обзывала меня нецензурной бранью и постоянно кричала, я тебя посажу и тому подобное. И вот она начала бить забор. 12 мая купила нам забор. Новый забор, который мы поставили. С другими соседями Владимир Слюсаренко в хороших отношениях и даже получил от них расписку о том, что его предпринимательская деятельность никому не мешает. Но несмотря на такую договоренность, 2 июля 2013-го мужчина получил предписание Рыбницкого центра гигиены и эпидемиологии о запрете проведения работ в его мастерской. Позже на имя бизнесмена составили протокол о нарушении санитарно-гигиенических правил, так как он, невзирая на запреты, все равно продолжал чинить и собирать прицепы. Я обращался во все инстанции, обращался в прокуратуру, обращался в Минздрав Тирасполя, писал заявление, писал на нашу прокуратуру Тираспольскую, прокуратуру нашу, Рыбницкую. Никакие меры не приняты. Все ответы дали, что они правильно сделали, если что, обращайтесь в суд. Но сколько этими судами все обращаются в суд, обращайтесь. Не знаю, как дальше делать. Владимир Слюсаренко до сих пор не может понять, на каком основании ему выдали предписание о запрете деятельности и выписали штраф в размере 290 рублей. За ответом на этот вопрос мы обратились в Рыбницкий центр гигиены и эпидемиологии. Так как он говорит, что центр гигиены и эпидемиологии его оштрафовали, это неправда. То, что было составлено протокол на него, протокол постановления вот у меня в конверте, он не получил. По почте мы послали заказное письмо, и
письмо, заказное письмо вернулось назад в Центр генэпидемиологии. Так что он штраф не оплатил. И как дальше будет судьба, мы обратились в прокуратуру. Прокуратура нам написала ответ, что мы сделали все правильно, протокол и постановление наложения штрафа правильно сделал, согласно законодательству. И посмотрим дальнейшая судьба. Может быть, другие органы, как надзорные органы, займутся этим делом. Сегодня Владимир Слюсаренко продолжает работать в своей мастерской, невзирая на предписание. Соседи не сдаются и продолжают жаловаться в соответствующие инстанции. Две семьи не могут понять одного. Конфликт не решить с помощью штрафов и запретов. Здесь не обойтись без обоюдного желания найти компромисс и умения уступать друг другу. На сегодня это все. Мы надеемся, что наша программа помогла тем, кто к нам обратился. Сейчас на ваших экранах вы видите электронный адрес нашей программы и телефон редакции. Если вы попадете в непростую ситуацию, столкнетесь с безразличием и откровенным нарушением ваших прав, не молчите, требуйте жалобную книгу. Всего вам доброго!